Я являюсь социальным педагогом 160-й школы Алатауского района. Для меня, как для любого социального педагога, главной целью является защита прав детей. Поэтому все вопросы неблагополучного проживания, проблемы с социумом решает социальный педагог. Работа социального педагога очень емкая, объемная, интересная, но в то же время сложная. Социальному педагогу приходится сталкиваться с такими проблемами, как алкоголизм, наркомания, табакокурение и девиантное поведение подростков. Сейчас в своем видео я хочу продемонстрировать один рабочий день из жизни социального педагога. Первое, с чего начинается мой рабочий день, это обход детей. Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте! Как ваше настроение? Отлично! Я хотела у вас узнать, есть ли у вас жалобы? Нет! Все ли у вас хорошо? Да! Отлично, ребята! Всем спасибо! Удачного дня! Спасибо! Если говорить о помощи в стенах школы, то в нашей школе организовано горячее питание за счет фонда «Всеобуч». Финансовая и материальная помощь оказывается обучающимся и воспитанникам государственных организаций образования и семей, имеющих право на получение государственной адресно-социальной помощи, а также и семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых средний душевой доход ниже величины прожиточного минимума. Также это дети-сироты, детям, оставшиеся без попечения родителей, проживающим в семьях, детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций и иным категориям обучающихся и воспитанников. Работа социального педагога очень сложная. По моему мнению, каждый социальный педагог должен обладать навыками психолога, потому что ему нужно работать не только с ребенком, но и с родителями. Также хочется отметить, что с 1 августа по 30 сентября проводится ежегодная благотворительная акция «Дорога в школу», целью которой является оказание материальной и финансовой помощи детям из малообеспеченных, многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и профилактика непосещаемости школы по социальным причинам. В этой акции проведены подворный обход и рейд для выявления детей, не охваченных обучением. Были составлены списки детей из малообеспеченных чисел, многодетных семей, нуждающихся в благотворительной помощи для приобретения школьной принадлежности и школьной формы. Давайте вместе поможем всем детям найти дорогу в школу. Администрация нашей школы сердечно благодарит всех тех, кто принял активное участие за доброту и милосердие. Помощь, оказанная вами, послужила во благо, помогла детям-сиротам ощутить вашу заботу и внимание. Примите искреннюю признательность за неравнодушие и отношение к проблемам детей, оставшихся без родительского тепла. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и взаимопонимание. От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов. Подводя итоги, завершая свое видео, хочется процитировать Сухомлинского. Если добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда не воспитаешь, потому что это подлинное человеческое утверждается в душе одновременно с познанием первых и важнейших истин, одновременно с переживанием и чувствованием тончайших оттенков родного слова. В детстве человек должен пройти эмоциональную школу, школу воспитания добрых чувств. Так я продемонстрировала малую часть работы социального педагога. Спасибо большое за внимание.